«Экологическая проблема городского масштаба. Решение с научным подходом». В Тольятти задались благородной целью – реанимировать Васильевское озеро и спасти экосистему, которая подверглась атаке цветущих водорослей. На борьбу с ними в водоем запустили полезные бактерии. О результатах Геннадий Жарников. Пробурили дырку, будто рыбу ловить собрались. На место удочек канистры с жидкостью. Зеленые из-за миллионов полезных бактерий, хлорел, которые помогут очистить воду. Когда-то Васильевское озеро было излюбленным местом купания. Сейчас ученые совместно с Тольяттинским отделением партии «Гражданская платформа» спасают водоем. Сегодня первый в этом году подледный запуск бактерий. Уже в прошлом году были такие явные признаки того, что процесс запущен. И, по крайней мере, у озера ушло такое вот яркое цветение. Мы надеемся, что в этом году купальный сезон будет уже еще более чистой водой. Цветение воды – это процесс гниения бактерий сине-зеленых водорослей, причем весьма опасный. Когда они гниют, выделяют цианотоксины, антидотов, которым человечество, современная наука еще не знает, то есть противоядие к этим веществам, они забирают кислород, происходят заморы рыбы. И, сами понимаете, экологическое состояние озера очень сильно ухудшается. Как уверяют ученые, хлорелла победит враждебные бактерии, принесет пользу обитателям озера. Она станет основной пищей для зоопланктона, которым будут питаться рыбы. И экосистема водоема пойдет на поправку. Геннадий Жарников, Егор Майоров, новости губернии, Тольятти.